Ярославский «Шинник» вышел из отпуска и начал подготовку к предстоящему чемпионату. Правда, пока его календарь официально не утвержден, так как ряд команд еще не подали заявку на участие в турнире. Но первый соперник «Шинника» известен, поскольку он не новичок ФНЛ. Это калининградская «Балтика». Ее подопечный Александр Побегалова примут в Ярославле 11 июля. В стане «Шинника» несколько пополнений. Из аренды в тульском «Арсенале» вернулся форвард Артур Малоян. Кроме этого, «Шинник» дозаявил полузащитников Владислава Сиротова, Артема Митасова из курского «Авангарда» и нападающего Эдуарда Буле. Впрочем, есть и потери. Защитник Никита Тимошин перешел в Тосно, а хавбек Артур Рылов – в воронежский «Факел».